Ух ты, и снова я. Александр Криволап, печенеги. Ребята, сумах оленерогий или уксусное дерево. Сумах оленерогий или уксусное дерево. Сумах оленерогий его называют потому, за его красивую крону, похожую на оленьи рога. Сумах оленерогий или уксусное дерево – это экзотическое растение, происхождение Америка и Канада. Уксусное дерево или сумах оленерогий вырастает высотой до 5-10 метров. Высоту имеет красивые декоративные листочки, которые осенью становятся красноватого цвета. А сейчас осень. Сегодня 10 октября 2020 года. И смотрите, красивые цветочки. Это цветы, похожие на метлу. Вот цветочки, похожие на метлу. Растение хорошо приживается в нашей зоне Харьковской области. Дерево имеет проблемы. Это корневая поросль. Дерево имеет проблемы. Это корневая поросль. Сумах или уксусное дерево распространяется с помощью корневой поросли, корневой системы, можно сказать. Сумах или уксусное дерево распространяется с помощью корневой поросли, особенно в дождливую погоду. Сумах красив всегда, осенью, весной, летом. Всегда он прекрасен. Давайте отойдем чуть-чуть. А так, ой-ой. А так посмотрим, а? Красавец, да? Сумах, оленерогий или уксусное дерево. Красавец, да, ребят? С этой стороны. Ну все, ребятка, всем пока-пока, до скорого. С вами был Александр Криволап, печенеги. Пока-пока, ребята. Пока-пока.